Итак, друзья, всем добрый день. С вами Вячеслав Кипкаев. И продолжение видео вчерашнего про плату управления, которую я переделал. Вот я ее поставил. Вот она, эта релюшка, которую заменил. Вот с этого места. Ну, сейчас я еще собирать буду. Вот стоит котел, крышку я снял. Значит, что у него было? Вентилятор и прессостата, про который говорил, якобы наладчик, что она неисправна. Но все было дело в плате. Вентилятор не запускался, вот этот. Соответственно, плата не давала команды на пуск у нее. Релюшка была сгоревшая. Вот. Мы ее заменили. И сейчас будем запускать котел. Так, ну я сейчас в режиме ГВС его запускаю. Так, горячее водоснабжение. Вентилятор стартанул.